Ян из Квебека спрашивает: если посторонние мысли постоянно появляются у меня во время чтения Зоара, можно ли сказать, что я сверлю дыру в общей лодке? Он ведь сам говорит, что они у него появляются, а не то, что он их вызывает. То есть не от него зависит это, а от Творца. Творец сверлит дыру в лодке, а не он. Так что, прежде всего, пускай успокоится. Вопрос, что он делает дальше? Остается ли он с этими мыслями, продолжает с ними дальше? Тогда он увеличивает их, и действительно получается, что сверлит дыру в общей лодке. Или же он противится этим мыслям, откидывает их, и каждое мгновение буквально хочет избавиться от них любой ценой и быть единым с товарищами, которые находятся с ним на одной лодке. Это уже зависит от него.